пожалуйста. Да, видел. Там как раз и сын был. Здравия желаю, господин Валерий. Здравствуйте, товарищ старший прапорщик. Вас приветствует сегодня горячо любимая госавтоинспекция города-героя Одессы, лейтенант старшего прапорщика Бирюка Андрея Юрьевича. Супер. Товарищ старший прапорщик Бирюк Андрей Юрьевич, я знаю, что, наверное, причина нашей беседы имеет под собой глубоко идущие корни. Ну, например, что-то я не пропустил, где-то я не остановился, да? Спасибо нашей партии, родной стране, закончился год 37-й. Да. Никого за данные ошибки не ставят стенки и не расстреливают на месте. В нашу страну наконец-то пришла демократия. Остановить остановят, рассказать расскажут, практически не накажут. Пожелают счастья, здоровья, успеха в нелегком бою. Я впредь буду более внимательный. И всего самого хорошего в личной жизни. Однако, они не бандиты, но забирают. Единственное самое ценное, что могло еще остаться в жизни. Как вы думаете, что это нематериальное? А шо? Шо. Есть у них такой прикол, назывался протокол. Так вот, чтобы составить протокол, они забирают время. Правильно. Я не буду у вас забирать время. Я пообещаю, что я больше так не буду. По-моему, там был какой-то красный, да? Да. С кем? Девчонки классные в машине. Так такой красный, как ваш автомобиль прямо. Красивее не бывает. Да. Девушки такие красивые в машине. Подвергаете жизнь таких прекрасных девушек опасности. По закону военного времени ставили к стенке и расстреливали. Но в страну пришла демократия. Грабеж на дороге. Нет, не грабеж на дороге. Легкая служба, удачной дороги. И если бы я еще и этого света не видел, а что меня дернуло? Заговорился. Отвлекаете водителя? Да, я за, мне за счастье, что они меня отвлекают. Жена имеет право. Впредь буду более внимательным. Я пришел домой, говорю, любимая, ухожу к любовнице. Прихожу к любовнице, ухожу к жене. Сам библиотека имени Горького, и как завещал Владимир Ильич. Учиться, учиться и учиться. Железобетонная отмазка. Говорит, я не Кашпировский, но я даю вам установку. Какую? На весь оставшийся год. Больше, чтобы не гвоздя не жил. Спасибо. Легкая служба, чтобы сегодня день вам принес позитив. Спасибо. Спасибо. Я первый раз такое вижу. Кайф.